Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале Возрождения. И три десятка ученых забросили сюда. Внизу в его огромном доме замки дымила печь. И был он не на Земле, а на другой планете, благородным доном в 17-м колене. Незаконным сыном местного языческого бога Гарана. Кто-то верил, кто-то не верил. Но опасались все. Я всех здесь убью. Мне на землю не полечу. Думаешь, а?